Всем привет, вы на канале AnglerBX, и сегодня я играю в Murder Mystery 2. Но играть я буду не просто, а за Дедушку Мороза, то есть, если я умру, то дарю рандомному челу пистолет или нож. В первом раунде я стал Мардером, кстати, играю я сегодня не на победу, так как если я буду играть на победу и стараться выигрывать каждый раз, то я буду очень редко дарить подарки своим подписчикам или вообще каким-то другим людям. Сегодня я хочу не просто подарить нож какому-то игроку, а принести ему еще и радость и счастье, чтобы он улыбнулся и был радостным до протяжении всей игры, так как, может, он очень часто проигрывал, у него не получалось побеждать и у него испортилось настроение. Так, ну тем временем я убил очень много людей. И давайте продолжим убивать. Вот мальчик, которого я не могу убить. Он почему-то не убивается. Кстати, я создал свой телеграм-канал, где я общаюсь со своими подписчиками, обсуждаю всякие разные темы и вообще просто общаюсь. Ссылка на мой телеграм-канал в описании под этим видео. Переходи, подписывайся, там много интересного. Так, тем временем я убил вот этого вот мальчика, и вот это еще подписчица моя, я ее тоже убил, это очень хорошо. Так, и осталось буквально пару человек. Так, вот эту девочку давайте беконшу убьем, все отлично. И давайте пойдем на улицу выйдем, может тут кто-то есть. Так, но тут никого нету, пойдемте тогда обратно в дом. Кстати, там, наверное, уже подобрали пистолет, и, возможно, я умру. Но это не факт, может, я смогу убить человека, который подобрал пистолет. Кстати, вот он бегает от меня, и он занимает очень выгодную позицию именно для шерифа, так как здесь узкая терраса, и убить ему не предоставит особо много труда. Так, оп, вот он меня убил. Так как я проиграл, кидаю трейд и дарю девочке подарок. Кстати, она мне дает айсейвинг тоже. Видимо, она подумала, что я хочу трейд. Ну ладно, подарок первой девочке я уже подарил. Так, это новый раунд. Кем же я стану? Шерифом? Что? Вот это да. Постараюсь убить Мартера. Так, вон он, кстати, у нас объявился. Стоит вон там за стенкой. И давайте попробуем его пристрелить. Он все никак не выходит, и это очень раздражает, если честно. Так, ну ждем, пока он выйдет. Кстати, вот, наконец-то он вышел. Давайте попробуем его пристрелить. Но пока попытки неудачные. Все, отлично. Победа. Топи-топ. Ура. Так, это новый раунд, я стал невинным. Кстати, вон там у нас пистолет висит в воздухе, давайте его подберем, все отлично. Так, и где у нас Мартер? Я его почему-то не вижу, давайте его тут подождем, пока Мартер не показывает себя. Я не знаю, где он, правда. Так, давайте пойдем посмотрим. О, господи, вот он, бежим, бежим, нет. Пожалуйста, только не убей меня, пожалуйста, пожалуйста, дай пристрелить. Так, так, блин, убил. Так, ну так как мы умерли, давайте отдадим моей подписчице подарок. Так. Я подарю ей вот это вот оружие, Годли. Мне кажется, хороший подарок. Так, соглашаемся. И все, отлично. Ей очень понравилось. Такс, ну что ж, у нас новый раунд. Кем же я стану на этот раз? Шерифом, вот это да. Так, я не знаю, где Мардер. Я стою уже тут минут 5. Я думаю, то, что это София. Но, блин, чего? Окей, давайте подарим подарок Софии. Так, я ей подарю вот этого вот призрака. Я считаю, это крутой подарок, крутая Годли, соглашаемся. Я надеюсь, что ей понравится. Так, все, она приняла трейд, это очень хорошо. Новый раунд, я уже знаю, кто Мардер. Давайте спрячемся в елочке, потому что мы все-таки Дед Мороз, и надеюсь, он нас не увидит. Так, он нас не видит, он меня убил. Окей, кидаем трейд новому игроку и подарим, давайте, ему или ей айсейвинг. Да, я думаю, это хороший нож. Надеюсь, человеку понравится. Все, соглашаемся. И она принимает этот трейд. Все, отлично. А это подарочек от подписчицы. Спасибо тебе огромное. Мне очень-очень понравилось. Я очень-очень рад. Новый раунд. Я стал невинным. Я вообще без понятия, кто Мартер и где он вообще ходит. И так, тут мне хотят подарить подарок. Окей. Так, где Мартер? Так, господи, меня убили снова. Окей, давайте подарим моему подписчику нож. Я ему подарю локчопер, вроде так он называется, читается. Ну да ладно. Так, все, соглашаемся. И он принимает трейд. Ну, почему ты не принимаешь? Тебе не нравится? А, да? А, все, он принял, отлично. Так, это новый раунд, я уже знаю, кто Мардер. Так, вот она пытается убить шерифа. Надеюсь, она меня тут не увидит, но давайте побежим отсюда куда подальше. Так, вот шериф бежит. О, господи, нет, она меня сейчас убьет. Все, отлично, убежали. Надеюсь, она не бежит за мной. А, она убила шерифа. Давайте заберем пест.
А, все, спасибо подписчице, то, что дала подобрать мне пистолет, а не сама взяла. Спасибо огромное. И давайте прокараулим Мардера и посмотрим, где он. Так. Так, вот она бежит. Давайте. Все, отлично. Победа, а топи-топ. Ура. Так, меня снова убили, но я не записал. И я кидаю трейд девочки. И давайте подарим ей нож. Так, почему-то она не принимает, не знаю почему. Так, вот все, я ей подарю нож пила. Думаю, это очень крутая годли. И я бы такой был бы очень рад. Ну, я принял, и она соглашается, все.